Беляевский консервный завод – это производственное сердце Одесской области. Лидер украинской морской партии Сергей Кивалов посетил одно из ведущих предприятий юга Украины. Лидер политической силы ознакомился с технологией создания всеми любимых консервов и пообщался с трудовым коллективом. Подробности в сюжете моих коллег. Беляевский консервный завод является лидером по производству консервной продукции в Одесской области. На предприятии используют самые современные технологии производства пищевой продукции из сырья высокого качества. Этот комплекс объединяет в себе все процессы – от выращивания и до самой обработки продуктов. Лидер украинской морской партии Сергей Кивалов, а также ее представители Юрий Равинский, глава Малиновской районной организации украинской морской партии Валентин Федоров и глава Одесского областного союза ветеранов Афганистана Афанасий Радукан общались с работниками завода. Вот пример тому, как нужно относиться к производству. Не собрали продукцию и полуфабрикат вывезли за рубеж, за копейки отдали. Для того, чтобы мы были конкурентоспособны, нужно выращивать хорошую продукцию, переработать ее, а потом реализовать. Вот есть вам элементарные азы экономики. Консервный завод наладил непрерывную производственную цепочку от сырья с полей до готовой продукции. Предприятие имеет собственное сельскохозяйственное производство, и на одесских полях выращивается продукция, которая потом идет в консервирование. Производство построено также на ручной работе. Мастера сами перебирают ядра кукурузы, потому что техника не справится с такой кропотливой работой. Это все вручную, вот стоят и вручную вот так все делается, да? Плодотворный тяжелый труд. Лидер украинской морской партии Сергей Кивалов посетил все цеха и хранилища, которые есть на заводе. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области отметил, что качество продуктов и условия их хранения перед продажей на высоком уровне. Всеми любимая продукция от торговой марки «Господарочка» пользуется спросом и далеко за пределами нашей области, в странах СНГ, Европы, Азии и даже США. Продукция, которой гордится, ну, наверное, не только в Украине. Они идут в 28 стран. Предприятие включает в себя производство зеленого горошка кукурузы. Мы производим как замороженную продукцию для дальнейшего или перепроизводства или реализации, так и полный цикл. Это баночка, которая не уступает своим качеством нашим конкурентам, даже лучше. Также мы имеем возможность перерабатывать томаты в асептические мешки для дальнейшей его либо переработки, либо хранения для собственных нужд. Также перерабатываем фруктовые, производим фруктовые полуфабрикаты. В структуру завода входит 4 производственных комплекса в Одессе, Беляевке, Красной Косе и Овидиополе, на которых работает несколько тысяч человек. А это все рабочие места и налоги в бюджет Одессы и тех городов области, где располагаются его филиалы. Дело в том, что завод находится территориально вблизи полей, что само по себе уже очень важно для того, чтобы вовремя принять и переработать свежую продукцию. Представитель украинской морской партии Сергея Кивалова Юрий Равинский уверяет, что УМП – это единственная политическая сила, которая поддерживает промышленное производство. В наше время важно приехать и пройтись по заводу, изучить проблемы, познакомиться с персоналом, что и сделал лидер украинской морской партии Сергей Кивалов. Чиновники на этом предприятии – редкие гости. Мы изучаем опыт и самое главное – хотим все то, что делается здесь, в Беляевском консервном заводе, другие районы, чтобы в каждом районе, по мере возможности, создавать такие предприятия. Мы берем этот завод как локомотив, чтобы он влился в экономику, чтобы люди были заняты на производстве. Вот такая главная задача украинской морской партии. Единственная сегодня партия, которая совершенно неравнодушна к бедам и проблемам не только сельхозпроизводителей, но и тех, и переработчиков. Тот интерес искренний, который проявляет Сергей Васильевич, производство заслуживает большого-большого уважения и интереса. Я благодарю его и партию
за ту помощь, которую он оказывает. Спасибо. Важным ресурсом бесперебойной работы производства является наличие квалифицированных кадров, которые пришли на завод в молодом возрасте и работают до сих пор. Они отмечают, что видят работу Сергея Кивалова и готовы поддерживать украинскую морскую партию на предстоящих местных выборах. Сергей Васильевич, он интересуется, как мы работаем. И мы хотим за него голосовать, мы будем за него голосовать, потому что он очень совестный и добрый человек. Украинская морская партия Сергея Кивалова готова всячески поддерживать предприятия Одесского региона. В свою очередь, коллектив завода ждет от команды политсилы в местных советах решительных изменений, направленных на улучшение жизни в Одессе и области.